Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 28-й серии турецкого сериала «Дикий». Ранее мы увидели разговор Зефер с дочерью после того, как ушел Яман. Мужчина выглядит очень сосредоточенным, в то время как его дочь сохраняет полное спокойствие. Она интересуется у отца, понравился ли ему парень, которого она привела. Зефер отвечает девушке, что этот ребенок ему совершенно не понравился. Его глаза полны смелости, которая, кажется, совершенно не имеет границ. Яман встречается с друзьями. Парень говорит им, что они могут погибнуть во время того, что будут делать. Но даже если смерть настигнет их, они все равно останутся вместе. Зефер созванивается со своим человеком. Мужчина говорит, что ему срочно нужен определенный доктор. Он говорит своему собеседнику, что чтобы тот не делал сейчас, ему нужно найти этого человека для него. Серхан в гневе сметает со стола все то, над чем он работал. Мужчина понимает всю сложность ситуации, в которой он оказался. Зефер в разговоре с дочерью говорит девушке, что если парень, о котором они говорят, уйдет, то за это будут последствия, и он потеряет всю свою семью. Зефер приходит к Неслихан. Женщина очень удивлена этой встрече и даже не скрывает это. Пока они собираются для того, чтобы поехать с ним, мужчина прогуливается по особняку. На одном из фото он видит ребенка, и в его голове некоторые вещи начинают становиться на свои места. Гювен встречается с Серханом. Он предупреждает друга о том, что о Зефер ходит множество нехороших слухов, но тот говорит другу, что этот человек – сама темнота. Премьера 28-й серии турецкого сериала «Дикий» состоится 26 марта.